17 июля столица Верхней Волжи отметит свое 887-летие. В эту среду городская администрация обнародовала праздничную программу, которая будет состоять традиционно из спортивных, творческих, музыкальных и развлекательных мероприятий. Праздник будет организован на 15 площадках. 17 июля в зоне отдыха на набережной Афанасия Никитина в течение дня будут проходить соревнования по различным видам спорта. Пройдут турниры по уличному баскетболу, большому настольному теннису, по современным танцам, спортивной рыбной ловле. На театральной площади будет традиционно подготовлена разнообразная концертная программа, где выступят тверские творческие коллективы, а центром притяжения жителей и гостей столицы станет по традиции городской сад. Мы от дирекции парков приглашаем вас в наш городской сад. Вас ждут развлекательные программы, концерт на главной сцене городского сада и, конечно же, работа наших аттракционов. Приходите. Так, в полдень на эстраде городского сада начнется фестиваль «Под открытым небом». В программе выступлений участников конкурса «Тверь открывает таланты» финалистов вокального и хореографического конкурса «Поймай удачу». Кроме того, в этой зоне отдыха будут работать интерактивные площадки, игротека для детей. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах и спортивных мероприятиях. Организаторы советуют обязательно посетить один из центральных бульваров города. Приглашаем всех на бульвар Радищева на праздничную программу «Литературная парковка». Мы готовим для гостей и жителей Твери яркий большой праздник. В программе творческие мастер-классы, игры и викторины. Одну из них проведет сам купец Афанасий Никитин. Всех любителей поэзии приглашаем принять участие в поэтической сушке, где каждый желающий сможет поделиться своим творчеством. Завершится праздник традиционным фейерверком над Волгой в 23 часа. Подробная программа празднования Дня города размещена на официальном сайте администрации Твери www.tver.ru.